Ребята, все сейчас ринулись писать. Конечно же, нужно все равно сидеть дома и нужно носить маски. И даже если я переболела и больше не носитель, мы переболели всей семьей молодой. Все, кто самоизолировались, получается, мой муж, моя сестра с мужем. А дети в легкой форме, они даже не ощутили, у них один день была температура. У взрослых же у нас у всех выкручивало тело, и мы, получается, была температура, и у меня воспаление легких было небольшое, я делала КТ, 8% было. Первый тест показал положительный, сейчас мы сдали здоровы полностью, и, в общем, все хорошо. Теперь мы можем сдавать даже кровь, я знаю, помогать больным. В общем, друзья, не болейте, сдать можно тесты. Тесты мы сдавали на коронавирус. Нас брали мазок, на следующий день он был готов. А на антитела он делается 15 минут. И уже у Кирилла неделю назад или две показывало, что у него есть антитела. А у меня показало сегодня. Теперь я могу помогать людям сдавать свою кровь. В общем, берегите себя. Я немножко в таком шоке, потому что я не хотела об этом говорить. Думала, переболею. Друзья, вы в своем уме? Какие деньги мне заплатили за то, что я написала, что я переболела? Ребята, это не реклама, это не посты, это жизнь. Мой ребенок болел коронавирусом. У него был один день температуры, слава богу, бессимптомно, как и мои племянницы. А уж я, мой муж, моя сестра и ее муж переболели, дай Боже. Я до сих пор кашляю, я не выставляла посты, потому что, ну, это бред. Сейчас, когда мне сказали, что у меня есть эти тела, я реально решила выложить все, как было. И это точно не реклама. Пожалуйста, этим может переболеть все. Знайте просто, что это есть. И это не просто какие-то там игры, знаете, там, не знаю... как говорят, что звездам платят за то, что они рекламировали коронавирус. Вы в своем уме? Люди болеют, люди умирают. И я переболела этим. Я, кстати, была из тех людей, которые не верила в коронавирус. И всем своим друзьям говорила, что за бред, что за бред. Но, тем не менее, вывезла всю свою семью за город. Увезла. Так называется. Увезла. И в итоге, наверное, мы раньше где-то подцепили это и просто привезли в дом. И все там переболели. Но не сказать, что я прям сейчас не кашляю, ничего. Нет, у меня есть немножко кашель, немножко еще не смыкание связок. Я, кстати, пыталась сейчас записать песню. У меня не получилось, друзья. Поэтому не болейте. А еще, друзья, не устраивайте, пожалуйста, там разборок мусора у меня на страничке. У меня всегда такой позитивный, светлый, классный зритель, что сейчас